Несмотря на крупный счет, это был действительно очень тяжелый для нас матч. С той точки зрения, что соперник, наверное, может быть больше, чем для них это нужно, позволял нам в атаке, но тем не менее сам очень остро атаковал. И это ожидалось, поэтому футболистов сегодня настраивало на то, что в оборонительной фазе придется очень много отрабатывать, потому что они действительно умеют, хотят и любят и атаковать, и атакуют большими силами. И для того, чтобы не оставлять нашу линию обороны без поддержки, необходимо большому количеству футболистов было возвращаться. Соответственно, выполнять огромный объем работы, с чем считаю, что мы достойно справились. Может быть, выход на второй тайм был слегка расслабленный, хотя в раздевалке я настраивал их на то, что даже при таком крупном счете иногда в футбольной истории матчи переворачивались в другую сторону. Но, тем не менее, радует и качество игры, и результат, естественно. Может быть, немножко расстраивает, что мы все-таки пропустили, но, тем не менее, считаю, что хорошо выступили в сегодняшнем матче, очень достойно, и на хорошей ноте закончили первый круг.